Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Меригольд. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного. Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время... Еще и родовит со своими охотниками-заколдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня... Хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что вечный огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют гнилой рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу новиградскому королю нищим, я бы не поверил. Полгода тому назад... Трис Меригольд рассталась с близким человеком и должна была начинать все сначала. Все вышло не так, как я мечтала. Идем, посмотришь, как выглядит моя жизнь.
помоги убогому. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди. У меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Ну, некоторые дела требуют жертв. А люди? И люди тоже. Так может, ты достанешь мне этот мешок? Твоя взяла. Стойте! Слышите? Это за нами пришли. Я раскололся он только когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник.
возьми. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Град когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня да в пулями. Новиград стоит на деньгах, а для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому магов уничтожают и конфискуют их имущество. Потом возьмутся и за нелюдей. Эльфы живут скорее в трущобах, зато краснолюды фактически контролируют финансовую жизнь города. Формально Новиград нейтральный, но что-то я сомневаюсь, что в этот нейтралитет еще хоть кто-то верит. Где-то здесь и должен быть сверток, если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу.
Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет тебя использовать. А меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Это, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания – серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна в Новиграде. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лести до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. О, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. В знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели, выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. Вот, похоже, нужное место. Не нравится мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно вытравить крыс. Трис, он купец. Он живет тем, что торгуется. Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голоду. Знаменитый охотник на чудовищ в самом большом городе мира ищет крысиные катышки.
Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Темерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... смирившийся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Я пока не знаю. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что верну себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Что? Нарывай? Я тебе этого не прощу! Этот ублюдок нанял меня, зная, что не будет мне платить. Меня обманули, как дитя мало. Если бы не ты, надо найти брата. Убивайте, сударь! Они меня заставили! Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку! Охотники на колдуньи жалости не знают! Пощадите меня, добрый человек! Не уподобляйтесь этим кровопийцам! Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот деньги. Теперь пошел отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю. Кто бы нам помог с Цири?
Мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонтер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер. Из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Положи это.
Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Перестань! Отойди отсюда! Не делай это! Оставь! Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Странно все это. Кукла. На рисунке она лежит в колыбели. Может, стоит найти колыбель? Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста! Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. В таком случае ищем печь. Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть.
Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя у сновидящей кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово! Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами, вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое, давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он не поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку, Нини. Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Тут где-нибудь тёлочек?
пошел отсюда! Не крутись тут! Мутанты, богохульники, кобальды! Фу. Что-нибудь наточить? Мне... Прощай. Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Чего глазом косишь, седой? От рамы. Я урою! Как ваши дела? Здесь я с ним. В жизни не видел, как работают анейроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними, чтобы они шли из глубины сердца. Расскажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. Я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность, но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах, а других просто не осознают. А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент. Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны. Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары. Приходится отделять зерна от плевел. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной.
Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да. Не спеши. У нас есть время. После Второй войны с Нильфгаардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на развалинах стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Да. И я тебя слушаю. Это было в Ривии. Как раз закончилась вторая война с Нильфгаардом. Все еще было неспокойно. В городе начались волнения. Громили нелюдей. Я пытался что-то сделать, но не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. Йеннифер тоже умирала. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна.
Но тон твоего голоса, скрытые эмоции. Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала красных фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири.